Да, ишачок не перестает удивлять. Посмотрите, какой новый вольер у Пандоры красавицы зеленоглазой. Вот это да! Ничего себе! О, и домик сделали, и лазалки сделали всякие. Пандорка, привет, зеленоглазая красоточка. Какая, как тебе здесь тенечек, виноградом все затянули. Смотрите, какая красота. Боже, боже. Аланочка моя, вон она, сейчас я покажу ее вам. Вот она моя Лана, она уже ручки не облизала. Да. Ой, ой. Вот это вольер. Ничего себе. Боже, как все продумано, как все хорошо сделано. Какие молодцы. Такой красивый домик. Тоже здесь, видите, земелька все. Да, Тимая. Тимая красивая. Мы тебе тоже угощение привезли. Зеваешь, да? Принцесса. Принцесса на горошине. Вот это да, прямо избушка. Очень красиво, молодцы какие, а? Да. Можжевельнички разрастаются. Какая спокойная музыка, птички поют. Красота. Пандора, ты любишь воду? Сейчас посмотрим. Уважаемые родители, при посещении парка развлечений ишачок не оставляйте детей без присмотра. В случае нарушения и несоблюдения техники безопасности, администрация парка развлечений ишачок не несет ответственности за ваших детей. В случаях возникновения каких-либо нештатных ситуаций и вопросов, посетителям необходимо обращаться к администрации парка развлечений ишачок. Для своей безопасности держите социальную дистанцию 1,5 метра от других посетителей. Мы всегда рады вам и улыбкам ваших детей. Приятного отдыха. Вот и домик поливает. Тут прохладненько все было. Пыльку всю. Пандора. Такая лапушка. Все подальше села, скажи. Ну вас. Мочите мою красивую шубку. Да, очень красиво. Уютный вольерчик такой. Алечка, моя девочка. Тимая маленькая. Тимая родная. Сейчас, я тебе принесла. Сейчас, 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 сейчас. Дай нос, твой нос прямо в экран, да? Держи. Держи, да. Сейчас тебе тоже дам. Сейчас, мой хороший. Держи, держи. Кушай. Ой, уронила. Я найду, найду сейчас. Подам еще тебе. Ланочка, уронила моя девочка. Яблочко, да. Да, сейчас, 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 сейчас. Лан, на морковку. На. Держи, морковочку кушай. Тимая холюсяя. И Тимая родная. А ты моя такая красивая. Кушай, кушай, кушай. Ланочка, мой нос любимый. Тимая маленькая. Тимая холюся. Ой. На, хорошо. Тимая здесь. Ну, кушай, кушай. Витюха рычит. Слышите? Ну, держи. Ты не обижай мою девочку. Но мне важнее Вилану снять. Видите, у нас рык мы все слышали. Куси, куси, куси. Ой,
плохо одной рукой. Держи, Язочка. Ну ты слюни-то чего пускаешь? Смотри, Лана как. Вот не успела я. Представляете? Только увижу. Ланочка, я здесь, моя девочка, здесь. Представляете? Какая красота у Пандоры теперь. Пандора? Пандорка? Домик ей сделали, так она теперь радостная, да, Пандора? Ой, лапами умывается. Да, Пандора, ты моя красавица. Ты красавица моя хорошая. Вот у нее теперь, представляете? Да? Ты моя красавица. Ты моя красавица, да, ты моя красавица. Родная девочка такая, да? Пандорушка, Пандора. Вот, подошла, поздоровалась моя маленькая девочка. Смотрите, так и лежат шейки. Вот, обняла бревно. Теперь ей, конечно, класс. Животные. Пандора, ты там что балдеешь, а? Пандорка? Пандора. Теперь бы нам... Бимба, это ж вообще, конечно, мальчик. Серьезно? Ля-ля-ля-ля. Он в ванну полез. Я с него угораю, а? Моя Ланочка, Лана моя девочка. Ланочка, сейчас подойду, сейчас еще подойду. Ланочка моя. Представляете, как зовет? О, вот не видно. А, все, заманили ее. Его, все. Ну, Джемиль, господи, дай бог здоровья. Что ради нас не сделает? Сейчас, сейчас, Бимбочка, сейчас, сейчас, вкусня. Никто тебя не закрыл, маленький. Сейчас тебе вкусняшечку поставят и все. Сейчас, мой хороший, сейчас, сейчас, сейчас. Ой, ты умница. Глянь, как он это. У меня руки все. Сейчас, Бимба, сейчас, 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 сейчас. Опа. Сейчас посмотрим, оценит он. Сгущенку, бананы, джем. Дай бог здоровья киперам. Самые лучшие киперы. В единственном лице. С любовью и уважением. Иди, моя лужина. Иди, скорее, скорее, скорее. Ну-ка посмотрим реакцию. Ура! Вкусняшка пришлась по вкусу. Мы это сделали. Все. Ура, ура, ура. Анжелика, мы хорошо придумали, да? Да. Не зря повидло еще взяли. Да, повидло, сгущенка, бананы взяли для эксперимента. Ест, кушает. Пожалуйста. Потом пить захочет. Ничего, вон вода целая, поилка у нее стоит, да. Целая ванна и в домике вода. Вот. Каким аппетитом кушает, лапочка ты моя. Все. Сегодня все тазики получили, да. Ну,
Монике можно было один тазик. Да, да. Никто, это самое, Моника и Симба не оценили, ну как, они потом оценят, но сначала их привлекли тазики. И что самое интересное, Моника сначала попробовала зелененький, а потом стала играть с розовеньким для девочки. Боже, боже ты мой, а как шерстка блестит на солнышке, красивый. Вот это вкусняха. Все, теперь знаем рацион. Тазики. Да, все, забирайте, что все, что считаете нужным. Вы смотрите сами, как считаете нужным, кому хотите, тому отдаете. Да. Боже, я такая довольная. Боже, а? Нет, ну если что, я позову вас. Спасибо. Нет, вы нужны всегда. О, прогулочки, детки, на ишачках. Так что вот, с удовольствием. Тазик прожил недолго. Так же и у Бимба. Вывалил из тазика, понимаешь ли, бананы выгрузил, сгущенку с джемом вылил. Вот, видите, облизывает, да. Бананы сильно не впечатлили. Вон, смотрите, он ее разламывает, чтобы достать языком до остатков. Сгущенка и повидло ушли. Да. А там джем, по-моему, или повидло. А, я... Ну, неважно, да. Джем. Короче, сладенькая, вкусненькая, да. Да. Это же надо, а? Самое вкусное съел. Да. Можно было тоже обойтись с сгущенкой. Да, ну, мы же приучаем. Я же и помидорки привозила, и груши привозила. Вот. Рыбку с кашкой, вот, и игрушка, да, бедные тазики. 5 минут прожили тазики. Да, для них же и покупали. Они не едят. Морковку не едят. Вон ланочки мои, дайте морковку. Им дали. Мясо подобное. Морковочка было бы неплохо, да? Мишке. Мишка, ест морковку? Он съел только сейчас в тазу сгущенку. Мясо, это хищник, леопард. Это леопард, да? Конечно. Да, привет, бомба. Бимба, бомба. Ты бомба, да, я хотела сказать, ты бомба у нас. Бимба, ты бомба. Вот, надо бананы доедать, конечно. Он, видите, смотрите, облизывает. Но это он про запас оставил. Он тогда тоже оставлял, а потом доел.